Семейство львинки. Средней величины или мелкие мухи. Тело уплощенное, узкое или широкое. Сплошь черное или с яркими пятнами, либо металлически блестящее. Распространены всесветно, наиболее разнообразны в тропиках и субтропиках. В мировой фауне 2600 видов, в России около 100. Мухи встречаются в траве или на цветках. Водные личинки живут в прибрежной части стоячих и проточных водоемов, пропитанных водой маховых подушках, наземные в почве, разлагающихся в веществах растительного происхождения, под корой и в ходах личинок ксилофагов, в гнездах муравьев. Некоторые водные личинки заселяют сильно загрязненные водоемы, горячие источники и водоемы с высоким содержанием солей. Очень обыкновенный, широко распространенный по всей территории европейской части России вид. Чаще всего эта муха встречается на цветущих растениях по берегам водоемов, где развиваются ее личинки. Личинки из рода Одонтомия – обитатели стоячих водоемов, прудов, канав, заливов или медленно текучих вод.